Он нам пообещал поговорить, передать наше обращение к Мишустину. И вот хотелось бы узнать, какой результат. Получилось ли у него с ним пообщаться, передать наши пожелания, чтобы ежегодно финансировалось в нашем поселке. Обязательно порядка вот такие. Онкологию, тогда по зрению и обязательно лор. Ухо, горло, нос. Потому что у нас в случае необходимости направляют, например, на медицинскую экспертную комиссию, обязательно нужно заключение. А заключение направляют в Казань. Проблемы все, знаете, от земли. Вот они от того, где человек живет, с чем он сталкивается каждый день. И понятно, не все в моих силах, но то, что я должен это взять в работу, то, что я должен эти проблемы знать, то, что я должен их так или иначе обсуждать с администрацией после этих разговоров с людьми, вот это для меня важно.